Улечка недавно мечтала, что мы там посадим деревья. Что мы еще хотели там посадить? Огурцы, картошку, да? То есть огород свой хотите? Огород обязательно, да. Мечтать не просто не вредно, а нужно. Половина пути к осуществлению мечты многодетной семьи Есиковых уже пройдена. Им, как еще одной из 25 многодетных семей, в торжественной обстановке вручили сертификаты на получение земельного участка в городском округе Щелково. Для нас это стало хорошей, доброй традицией. А вообще семья была и остается очень сильным оплотом общества. И сегодня здесь многодетные семьи, которые были на получение сертификатов, они представляют семьи с тремя и более детьми. Конечно, воспитать одного ребенка – это довольно непросто, а трех и более – это уже целый подвиг. Поэтому я от всего сердца благодарен тем семьям, родителям, которые родили, воспитывают и направляют в жизнь столько детей. Для многодетных родителей такой подарок стал очень нужным и важным. Многие сегодня проживают в довольно стесненных условиях. Дети растут быстро, поэтому важно, чтобы места хватало всем. Оксана Доценко воспитывает троих детей – Нику, Марка и Никиту. Живет семья в двухкомнатной квартире. Сертификат на участок очень необходим. Главное, по словам женщины, теперь построить дом. Пока еще таких вот прям грандиозных планов не строим, но, конечно, это такой большой плюс, да, и возможности расширения какого-то, в том числе жилищного. Конечно, хотели бы, конечно, да. Совсем скоро получившие сертификаты на участке смогут проехать на места, оценить возможности и будущие перспективы и, наконец, взяться за строительство большого дома, где место найдется для каждого. Я думаю, любому городскому жителю вообще хотелось бы, конечно, иметь загородный дом. Потому что в городе иной раз и тесно, и душно, а за городом очень приятно. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.